Прочная краска, так называемый защитный грунт. Он необходим, чтобы предохранить металлические части автомобиля от коррозии. Сотрудники Ярославской лаборатории Института лаков и красок Геннадий Федорович Филипычев, Анастасия Федоровна Жарова и техник-лаборант Алевтина Решетова разработали рецепт нового грунтовочного состава. Прежде грунт, нерастворимый в воде, разбавлялся только ядовитыми органическими растворителями. Новая грунтовая краска совершенно безвредна. В процессе производства она легко растворяется в обычной воде. Старый грунт воспламенялся. Новая краска не горит. Ее применение даст большой экономический эффект.